Мне задают вопрос, сколько ты можешь делать сюжет про Ориона? Я скажу, сколько могу, столько и буду. Потому что у меня есть ребенок, а для него я сделаю все, что угодно. Кстати, вам объясняю, что если у вас есть ребенок, то без разницы, сколько вам лет. Даже если вам 18, точнее 16 лет, все-таки больше внимания вашему ребенку выделяйте, и тогда вы поймете, что рано или поздно ваш ребенок будет вот таким вот. Естественно, я выделяю внимание и для своего ребенка. И для него я вот сюда езжу, потому что здесь дешевле, чем где-либо, и дешевле вы не найдете. А ассортимент? Ну вот про ассортимент мы сегодня и поговорим. Что касаемо ассортимента, я не понимаю, но меня это удивляет. Захожу в метро, вижу все то же. Захожу в любой магазин игрушек, вижу все то же. Захожу в Орион, все новое. Как это делается, непонятно, но вам бы сюда приехать. А как приехать? Северо-западная концовка Магнитки, по вокзальной и направо. Из ассортимента. Машины. Вот что я держу в своих руках. Я держу в своих руках самые навороченные штучки. Я держу в своих руках iPhone, в смысле не iPhone, Samsung Galaxy S4. Вот. Я держу в своих руках вообще такой штуки пока у вас и нету. Это Galaxy Note 4 ядра. Вот. И то, и другое я купил, естественно, не в России. Потому что в России я бы заплатил гораздо больше. То есть вот за эту штуку я бы заплатил 30 тысяч рублей. И за эту порядка 25. Я все это дело покупаю там, где это подешевле, естественным образом. Но и то я бы этого не стал себе покупать, потому что у меня есть сын. И пока я сыну не обеспечил достойное применение, а у моего сына вот этого добра всего хватает. Посмотрите, сколько этого добра. То есть, если брать весь вот этот ряд, то где-то, ну, примерно третья часть у нас есть. Потому что и это хорошо, что ребенок может кататься на любом. И только после этого я себе купил вот эти две штучки. Что же такое электросамокаты? Во-первых, это не только для него. Это еще и мысль для всех тех, кто может ко мне прийти. То есть я всех зову ко мне, приходите, будете кататься. Почему бы и нет? Но еще самое главное. Смотри, сколько, да? Мы еще не закончили. Вот. На этом же деле можно и деньги заработать. То есть представляете, да? Рано или поздно у меня их будет штук 20-25. И может быть мой сын уже и вырастет с этого момента. Смотрите, сколько. Это все в магазине Орион. А затем уже, почему бы и нет, я очень сильно хочу, чтобы мой сын также зарабатывал денежки. То есть, представляете, в 5 лет он уже накатался, захочет на чем-то другом покататься. Сейчас немножечко обойдем. Вот. А вот это можно и в прокат обеспечить. Сколько таких вещей? Нормально, да? Удовольствие полные штаны. И сейчас еще подойдем. И к тому, что уже кончилось, потому что сейчас человек купил замечательный автомобиль. Точно такой же, как у меня. И, правда, не 12-вольтовый, а 6-вольтовый. Вот. Прокат, он очень великолепен, потому что, представляете, да? Вот дети приходят, и им хотелось бы покататься, да? А этого вот у нас нету. Поэтому вместе с магазином Орион мы организуем не только ваш бизнес, но еще и штуку под названием прокат. Почему бы и нет? То есть пришли сюда, купили, цена в разы дешевле, чем где-либо. То есть если мы посмотрим, то вот такие и вот такие штучки стоят-то совсем недорого. То есть тут даже 200 долларов-то нет, а всего 150. 35-40 машин. Как-то круто. Еще круче то, что при мне забрали. И ведь в этом принцип Ориона. Не сидеть на достигнутом, а искать новые агрегаты. Агрегаты, ну игрушки, то есть, которые здесь есть. Как-то страсть человеческая, очевидно. Человек должен собирать что-то. Я для себя понял, что для меня самая классная штука — это вот сборище. То есть я одну собрал, вторую вещь собрал, третью, четвертую не могу собрать. Потому как, ну, собрал базовую часть, а все остальное как-то не получается. Вот. Для сына это тоже классно, когда папа что-то делает. Потому что много чего есть уже хорошего. Вот. Вы можете это также сделать. Единственный вариант, вам необходимо голову включать. Потому что, честно говоря, принесете такое домой и с мамой не соберете. Потому что у мамы не получится. Либо будете очень долго собирать. Хотя, как показала практика, долго все это дело собирается и вместе с папой.
Поэтому лучше включить свои мозги и показать, что вы еще круче, чем они. Из вопросов заданных: «А когда тебе это надоест?» Я отвечу: «Да никогда!» Потому что в моем детстве этого не было. И пусть у моего сына это будет. Я понятия не имею, что такое шариковый пластилин, но если вы ему в следующий раз покажете, я пойму, что это такое. Оказывается, тут много чего такого, чего и вообще понятия не имеем. Вот. Вот сын вот лазит, ему это все дело тоже круто нравится. То есть, вот смотрите. Это вот для стрелялок, да? Ну, не вот так будете расстреливать, а засыпать к себе. Вот. Особенно, что мне понравилось. Возьму себе вот такую штуку. Драконов здесь очень много. О, ух, клёвый дракошка. Красного цвета. Вот. А то, о чем мы говорили, это вот здесь. То есть здесь еще больше повторялочек для вашего товарищества. В смысле, для вашего ребенка, там, девочки или мальчонка. Вот, направо повернем. Помните, да, сколько здесь машин? Я как-то это делал и говорю вам, попробуйте, принесите. Тоже надо сделать. Вот сколько у вас есть денег? 100 рублей? О, 1000 рублей. Возьмите себе понемножечку, да? Если есть побольше, то поверьте мне, там удовольствие будет вот такое. Вот когда ребенок вам скажет: это вообще клево. Я уже сам слюни пускаю, потому как это все. Вот что мне еще? Коврики вот эти для детей 1100 рублей, везде стоит 3000 рублей. То есть нормально, да, так? Подходим сюда. Была у меня такая машина, Nissan Skyline. Сейчас, конечно, очень обидно, что мне пришлось ее продать, но можно и такую взять, и цена-то вопроса вообще ни о чем. А не будем мы никуда, потому что все и так здесь есть. И замечательный набор для творчества, причем, ай-яй-яй, было больно сюда заехать, но тем не менее, вот, намешали и сделали красивые вещи. Цена вопрос 300 рублей, хомячок повторяша и много из того, чего вы можете для своего ребенка приобрести. В смысле, не то, что приобрести, он вам покажет, как он умеет что-то делать. А это главное. И по сути это главнее нашего. Мы рисовали и выпиливали сабли и шашки из лесных красавиц, кои потеряли свой вид. Да, сугробы нас снабжали пистолетами, но то время-то другое. А вот это время нужное для наших шпингалетов. Пусть вырастут и покажут, что они умеют. Конечно, матрас — это классно, да? Но главное для нас — это бассейн. Конечно, у нас лето не такое, как в Турции, но если вы себе закажете нормальный бассейн, а они тут есть в наличии, и поставите это все в саду, потому как наполнение это не 3 секунды, поверьте мне. Я как-то ходил вот с такой штучкой, или примерно с такой, или вот с такой штучкой я ходил. То есть я попробовал все это дело набрать на озере Банном. Было довольно-таки забавно смотрелось все это дело. Вот. То есть ставите все это дело в саду, либо в огороде, либо где у вас, на даче. Заливаете, ну потом чистите, естественно. И ваш ребенок всегда при вас купается. Чем ли это неплохо, то. Ну мой-то в 3 года уже сам купается, но без меня ни-ни. А вот так подумать, большой бассейн и рядом с домом. Пусть купается. А для меня экономия тех самых средств. Вот он и говорит о том, что здесь тоже все неплохо. Совсем неплохо. И песочных наборов очень много. И стрелялок всяких разных. Песочные наборы — это то, из чего ваш ребенок будет собирать. И не только собирать. Вот. А стрелялки — это то, ради чего вы, собственно говоря, с ним и поиграете. Потому как было бы классно, да? Ребеночка облить. А может быть, и он вас обольет. Для этих вещей. О, стрелялки. Во, стрелялки. Во, стрелялки для маленьких, для покрупнее. И вот такие. Во, причем сразу в двух плоскостях. Как оно, нормально? И теперь уже для детёв. Папу и маму в зубы, туда же бабушку и дедушку. И без игрушек, чтоб ни-ни. Да, кстати, срочно за перенцами, то есть за родителями, а то они не поймут, где все дешево и дешевле, чем где-либо. По Советской до Вокзальной, и там и направо, и вот вам магазин игрушек. Так что топайте, то, что нужно, найдете. Что же касается финала, естественно, я тоже кое-что захватил. Я захватил стрелялки и пулялки.
потому что как без этого-то? Потому что на улице лето, а лето это время стрелять. Хотя мой ребенок еще пока не понимает, но уже кое-что со мной пытается где-то меня застрелить. Да и пускай так оно и будет. Конечно, мне бы вас хотелось сюда притащить, но не каждый сюда пойдет. У некоторых, извините, тараканы другие, и они уходят в сверхдорогие магазины. Хотя, еще раз объясняю, вот машинки, которые мы вам показали, да, в топе 10 тысяч рублей, это то, за что вы платите 40 тысяч рублей. Это топ. А все остальное, ну, вы понимаете, да, там 150 долларов, да? Вот, Лего. Про Лего вообще разговор особый, цена в 10 раз дешевле. Все остальное в наличии. Еще раз вам говорю, как сюда приехать. А сюда доехать достаточно просто. По вокзальной, до хладокомбината не доезжая, направо и третий поворот направо. И вот вы уже здесь.